Здравствуйте, меня зовут Нади Черновил, и вы на канале Creative Moments. Сегодня, накануне арт-аукциона, я приглашаю вас в клуб любителей лошадей. Существует особое направление в искусстве – клуб любителей лошадей. Категория людей, для которых глубоко-глубоко в душе таится убеждение, что лишь искусство, изображающее прекрасных животных, лошадей, достойно уважения. Некоторые коллекционеры убеждены, что изображения этих животных, запечатлевшие в истории сцены национальных развлечений, спортивной охоты на зверя, выезды, прогулки, скачки, баталии или просто их мирное падбище, покупать гораздо безопаснее, чем те, что вторгаются в рисковую область человеческих эмоций и страстей. В мире искусства престижно тратить деньги на портрет. И не только на собственный, но и вашего любимого Гунтера. Желательно пригласить при этом мастера иностранца. Или вкладывать в заказ таких картин у известных мастеров, также зарубежных. По статистике мировых аукционных домов сложилась определенная иерархия популярности изображаемых лошадей, существующая в мире. Наибольшим спросом пользуются скаковые лошади. За ними следуют гунтеры, замыкают список ломовые и тяговые крестьянские лошади. Имеет значение также и масть. Серые кони чаще всего не столь любимые, как белые, рыжие и гнедые. Отдельная категория коллекционеров, которые с непроходимой любовью собирают коллекции с изображениями арабских скакунов. Здесь, в Катаре, это самая актуальная и популярная, любимая тема художников и коллекционеров. В своих картинах художники стараются тщательно, с вниманием к малейшим деталям, достойным зоолога или орнитолога, изображать арабских жеребцов. И находят своих почитателей далеко за пределами ближневосточного рынка, создавая закрытый и очень сложный для входа Privilege Art Club любителей арабских лошадей. Если вы художник или коллекционер и вам интересна тема арабского рынка искусства, не стесняйтесь, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы, с удовольствием буду вашим гидом в мире искусства.